Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку Россия Щедрая душа карамель арахис. Молочный шоколад. Так вот она выглядит довольно красивенько. 90 грамм. То есть уже не 100, как было раньше. Цена изменилась, подросла, а шоколадка у нас уменьшается. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, что у нас там? Состав. Кому интересно, нажмите стоп, прочитайте. Состав там? Да, состав. Сколько у нас? 1 Е-добавка. Ну да, ну если 1 Е-добавка, то в принципе покушать можно. Так, тут сразу написано, где открывать. И можно даже закрыть. И, кстати, такая фольга, если у вас шоколадка окажется где-нибудь на солнышке, она у вас не сбежит. Хотя, не знаю, мне кажется, и раньше особо не сбегали. Так, также нам понадобится тарелочка. Так, ну в разрезанном виде, конечно же, здесь нету. Они не стали разрезать. Вернее, фотографировать в разрезанном виде, потому что, наверное, знали, что однажды появится какой-нибудь такой канал, который решит все это дело проверить. Или, не знаю, может, Щедрая Россия даже и не разрезать. Я, честно говоря, даже не помню уже. Обычно Милка, вот они, да, Альпенгольд, они разрезают. Так. Вот так красиво она выглядит. Такие там цветочки. Кстати, она выпуклая такая довольно. Сейчас, надеюсь, она у меня не улетит никуда. Кстати, напишите в комментариях, сбегала ли у вас шоколадка, когда еще у Щедрой России или у других брендов была бумажная упаковка и внутри была просто фольга. Мне будет интересно почитать ваши истории. Где-нибудь на даче, допустим, на солнышке там легко отломилось. Ну, в принципе, оно у меня мягенькое. Так, здесь что-то у нас. Сейчас еще попробуем. Что ж. Так. О, смотрите, довольно много там начинки. Она есть. Желтенькая начинка. Тут что у нас? А, карамель и арахис. А, так это... Карамель, когда я покупала, мне вот это вот показалось, ну блин, ну это просто реально больше всего похоже на курагу. Почему-то мне показалось, что она с курагой. Вот я еще не хотела покупать, она была по акции. Но я подумала, блин, надо купить для обзора. Вот, а тут я сейчас думаю, а где же курага-то? Почему карамель и арахис? Думаю, а курагу-то что-то они забыли. Ну действительно, похоже на курагу. А не то, что там карамель и арахис. Карамель, значит, тут много арахиса. Сейчас будем пробовать, есть там арахис или нет. А вы пока в комментариях напишите отзывы об этой шоколадке. Пробовали вы ее или нет, понравилась она вам, не понравилась. Обязательно пишите. А я пока пробую. Шоколадка, кстати, вкусная, мне понравилась. Довольно много карамели. Шоколадка сладкая, даже немножко приторная. Довольно много арахиса. Арахис, в принципе, дешевый орех, поэтому его будет, конечно, здесь много. Чем, допустим, был бы какой-нибудь непонятно другой какой-нибудь орех. Его, может, добавили и поменьше. Довольно-таки прям она вкусная. Орешка прям много. И карамель прям так там достаточно много. То есть, в принципе, они и выпуклые. Я сомневаюсь, что она там наполовину пустая. Все, конечно, бывает. Ну нет. Ну прям много. Орехи, кстати, сбоку лежат. Да, кстати, я когда жевала, заметила. Немножко сбоку они где-то и там тоже. Ну, вкусная. Такая ей. Пятерочку даже можно поставить. Много начинки. Не чуть-чуть, как бывает обычно. Там выпуклая, выпуклая, да, там капельку. Начинки там и все. Сделано прям с добротой, хотела сказать. Ну да, в принципе, с добротой сделано. Понравилось. Вкусное. Сладенькое.
Напишите свои комментарии обязательно, отзывы. Не забудьте. А на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши обзоры на продукты из фикс-прайса, из обычных магазинов, на всякие шоколадки, обзоры на технику. Кольцевая лампа вот была недавно на обзоре. Также смотрите влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также есть на моем канале живопись, фоны, путешествия, как мы путешествовали, недавно ездили, вернее, плавали на теплоходе в Волгоград, а в прошлом году в Казань. Очень интересно, обязательно посмотрите, там отдельный плейлист есть. Увидите, найдете там их много плейлистов разных, много-много разных роликов. Обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!